Приветствую, дамы и господа. Добро пожаловать на канал Archpanzer, где мы продолжаем играть в Age of Wonders Planetfall. В прошлой серии мы с вами вспоминали вообще, как играть в эту игру, но вроде бы разобрались. Напоминаю, играем мы с вами за конструктов, и полным ходом идет у нас создание супероружия и, ну, в данный момент захват городов Синдиката. В прошлой серии мы предводительницу их одолели, и я думаю, что в этой серии получится у нас взять столицу. Это, как говорится, не может не радовать. Ой, слушайте, а тут прям совсем все плохо. Тут автобой. Да, синдикат-то все. Неожиданно, ладно. Синдикат все. Напалм повысился. Кибернетическая перегрузка. Выполняет действия. Это, кстати, неплохо. Отряд уничтожения. Животным, ксеногенетом. Есть тут животные ксеногенета? Это не животный, не ксеногенет. Нет, это мутант. Значит, особо нету животных ксеногенетов. Модульное расширение. 3 очка надо оставить. То есть 4 можно сейчас потратить. Охо-хо. Ну, давайте перегрузку возьмем. Пускай будет. Так, синдикат у нас нейтралитет. Раймара внезапно проиграла. Клавдии. Уничтожили, это вам не сойдет с рук. Ну окей, вы первый, кто исполнил императора. Ух ты ж. Вы получаете дополнительно 200 морали, пока действует эта доктрина. И мы получили армию. Армия где-то в столице у нас должна быть, да? А, вот она. Ну как сказать армию? Ну так, армия, да. Блин. Добытчик. Этот отряд останавливает дополнительно 12 здоровья всем киборгам машины своей армии после каждой битвы. Неплохо. Совсем неплохо. Непонятно только пока, куда эту армию отправлять. С одной стороны, можно, конечно, вот сюда. С другой стороны, можно, конечно, вот сюда. Ну, черт возьми, потопит их там всех. Просто гадалки не ходи, что потопят. Здесь у нас арч копается. Здесь, ну слушайте, туда загал надо захватывать. Оглушающая снайперка неплохая, кстати. Так, Нотарикс сразу к нам перешел. Здесь, значит, оборону выстраиваем. А это от чего? От столицы, что ли, отвалился регион? Погорье. Непонятно. Так, здесь тоже стенки бахаем. А здесь, наверное, даже вот этот город имеет смысл взять. Потому что, смотрите, здесь наши союзнички идут. Если я пойду сейчас сюда, я на следующий ход не смогу вот этот чего загал взять. Я его тоже хочу. А я даже вот так вот, наверное, хотя зря я так, наверное, сделал. Ладно, поглощаем. А вы сюда, можно было бы просто подраться. Так, здесь что? Ладно, я, наверное, все-таки вот эту армию отправлю. Конечно, не очень хорошо с морскими юнитами воевать с попутными, но что поделать. А вы тогда идите в Паладин броняться. Оставили мы пока здесь Алекса. Ну, Алекс, держись. На самом деле, мне кажется, что... знаете, что... Так, вот я, наверное, сделаю. Музыка непривычно громко играет. Мне кажется, в первой серии меня вообще слышно не было, судя по всему. Это будет печально, конечно, если меня не было слышно. Потому что надо было проверить настройки звука, естественно, потому что... умолчанию, скорее всего, было настроено. И не совсем соответствовало 7 ходов до превращения от колонии в лагерь. Ну нет, это я все хочу захватить.
Что здесь получается? Здесь у нас тогда союзничек сидит. Неплохой союзничек причем. Здесь. Ну, можно будет еще что-нибудь воткнуть. Хотя двары, наверное, сейчас не буду давать спокойно. Так, подождите, он не стал штурмовать. Он трон кошмаров не стал трогать. Ух ты. Ух ты. Азагал, кстати. Подождите, а получается, что трон кошмаров можно будет к Азагалу присоединить? Неплохо. Через три хода супероружие. Тут через 6 ходов, через 2 хода. Где-то, кажется, один у нас уже строился, да, через 3 хода. Можно, кстати, сейчас, знаете, еще вот эту операцию, про которую я в прошлой серии говорил. Да можно и аврал на заводе запустить, можно и... У нас еще здесь интересное есть. Вот, перепрофилирование. То есть производство добавить. Чтобы быстрее это супероружие все достраивалось. Ну, по деньгам все относительно неплохо. По космиту тоже все относительно неплохо. Конечно, надо прокачивать. Ну, мы супероружие уже запустили. По сути, космит теперь можно будет тратить на наши отряды недокачанные. Потому что даже в топовых армиях, ну, есть что заменить, скажем так. Все-таки пока не топовое состояние. Здесь вообще он контролер сети голый ходит. Это плохо. Все-таки такие юниты должны быть максимально крепкими. 6 брони. А если здесь, допустим, строить, сколько у него брони будет? Так, здесь, кажется, да? Нет, не здесь. Подождите, где у меня крутая прокачка? Юнитов я уже заблудился, честно сказать. Как-то слишком много у меня всего. Слишком много всего. Ну ничего, сейчас найдем. Смотрите, а двор, кстати, нашего союзничка кошмарит. Блин. Захватил негодяй. Наш союзник захватил Азагал. Надо было... А, я бы не успевал все равно в Азагал. Черт, не успевал я. Так, продвинутая инфраструктура, и знаете, я, наверное, и так вот, в принципе, вот так, наверное, сделаю. Как-то все потише надо сделать, очень громко. Слушайте, а как он отсюда попал так быстро? Ой, куча и армий. Возможно, откуда-то отсюда пришел. Ну, плохо то, что Мефилос, а ты не хочешь мне Азагал отдать как-нибудь? Вот за что-нибудь. Мефилос, переговоры, Азагал. Где у тебя здесь он? Азагал. Он его даже вообще не рассматривает. А, он его еще не захватил, поэтому не рассматривает. Понятно. Так, Арч опять повысился. Опять повысился. Давайте урон ему поднимем. Пускай сильнее дамажит. И точный прицел, в принципе, можно взять. Пускай из укрытия бахает. Трон кошмаров вторглись и выторглись уже. Здесь. Давайте орбитальную поддержку возьмем. Ох-ох-ох-ох-ох, 970. Нам по-хорошему сейчас... Ладно, довольство тоже хорошо. Лиц космит он притащили. Еще битва проведена. Так, ну давайте смотреть. Мне доктрины нужны. Колония получает 10 знаний за каждую область с руинами в своих владениях. Такое...
плюс наука. Подключает мозги ваших колонистов к общей сети, чтобы их вычислительные мощности не простаивали. Все равно их, они их не используют. Действительно, все колонисты дают плюс одну науку, но 4 морали теряем. И вот это хочу, всеобщую пересборку. Чтобы получить еще одну доктрину. Так, здесь. Что сбросим? Давайте, наверное, части тела я сброшу. А возьмем мы... Че вот мы возьмем? Протоколы защиты. А, я ее зря, наверное, сбросил. Возьми, ну да, зря сбросил. Хотя что значит зря сбросил? Она мне не дала новую начать исследовать. Боевые протоколы. Дешевле будет. Операторы неплохо. Не, давайте все-таки сначала что-нибудь мощное. Вот эти вот тронхаусы, допустим. Хаоса, не знаю, я бы не сказал, что это прям имба какая-то, мне просто нравится вот этот хаотический урон рандомный, мне просто нравится. Так, здесь пока копаем. У нас газостанции уже есть. Уже есть газостанция, это неплохо. Вот распыление горючего газа. Это горючий газ во вражескую промитанскую колонию на 10 ходов. А, не промитанскую. Ну, нет, это я пока использовать не буду. Я все-таки жду очищения планеты. Очистим так очистим, как говорится. Так, здесь. Подходим ближе. Так, ты, дружище, куда я тебя ввел, я не помню. Область восстанавливают после уничтожения. Ну, плохо, на самом деле, что вот это мы потеряли. Потому что трон кошмаров теперь у нас простаивать будет. Ну, да и бог с ним. С одной стороны, трон кошмаров может даже отдать сейчас. Он мне по-хорошему не нужен. Давайте его Мефилосу отдам. У меня есть области на вот этот бонус. Поэтому трон кошмаров не перепутать бы только сейчас. Можно вообще его отдать? Есть, да, трон кошмаров. За 3000 энергии. У меня столько нету. У него столько нету. Сколько ты вход космит получаешь? Тоже нету. Ладно. Как хочешь. Тогда я, наверное, отряды тогда пока эти здесь оставлю. Вот это откуда это отцепилась область? Столица, наверное. Наверное, от столицы. Так, здесь и прокачан. Уж давайте по отрядам пробежимся. Вот себя бы надо прокачать. Ты уж слишком крут. Модуль поджога тебе возьмем. Систему последовательного уничтожения возьмем. И... Можно точность прибавить. Да, теперь неплохой товарищ. Можно, конечно, было бы. Так, ладно, операцию на производство тогда следующий ход запустим. После Трона Хаоса. И, в принципе, мы сейчас вот подготовили все для запуска супероружия. Даже если на нас противники просто попрут толпами, все это наше супероружие будет сосредоточено в центре нашей территории. И весьма проблемно будет нас оттуда выбить. Можно сейчас вот этих ребят попробовать подрезать. Хотя 3600 силы. Блин, особо ты не подрежешь. Нас, конечно, здесь побольше будет. Но я бы не сказал, что сильно больше.
Все-таки это будет тяжелый бой. Репорт, конечно, вот эти еще можно запускать. Ой, ну началось. Начали теперь все эти перебежки показывать. Может, конечно, это отключить, но с другой стороны, зная себя, если я это отключу, я просто вторжение на свою территорию умудрюсь пропустить. И все это мне боком выйдет. Вы будете все-таки трон кошмаров-то брать или нет? Хотел я его сбагрить, но... Да, может, и сбагрю сейчас. Тринизоид предупреждает вас, напал начинает разработку совершенного оружия. Да ладно, начинает, мне два хода осталось. Да, супер оружие. И все, ребята, и все. Причем, я повторюсь, тут меня со всех сторон защищают. Вот, конечно, очень плохо, что война началась между двумя конструктами. Я совершенно не знаю, что они не поделили между собой. Это плохо. Очень плохо, я бы даже сказал. Так, знаете, что еще хочу? Я, наверное... Так вот хочу... Так, нельзя это... Давайте рейтинги пока посмотрим. Показать рейтинг. Вот. Общий счет. Я аж на 7-м месте. Отстаю от протона безумно. А туда же переключить сейчас нельзя, да? Военная мощь. Я по дипломатии на 1-м месте. Ничего себе. Ничего себе. Научному развитию. Ну такое. Роксани что-то мне хочет предложить. Бандиты плавают. Броненосец Дваров здесь гуляет. Возьмет это плохо. Не убьет он сейчас там моих кристальчиков? Просто новые области, они же совершенно незащищенные. Такие все-таки вот эти отряды сильные ходят. Ладно. Так, доктрина принята. И у нас еще одна доктрина, кстати, появилась, мы изучили. А мы еще одну сможем? Давайте, наверное, эффективность операции. Еще одну доктрину бахнем. Только перед тем, как бахнуть доктрину, я хочу на город наложить, чтобы быстрее производство было. Это который здесь у нас? Защиты, колонизации и пор, подождите, это же не доктрина, господи, это же тактическая. Вот, перепрофилирование мне нужно. Так, здесь 4 хода в столице. Сколько ходов? А в столице все достроилось, кстати. Супер. Через 2 хода достроим. Полученное предложение перемирие с Роксани. А я согласен. Самое интересное то, что когда я супероружие запущу, все равно война начнется. Потерял одного колониста. Страшно. Энергия, энергия, пища. Так, где стенки достроились, и сразу следующие стенки ставим. Так, здесь огонек достроился, и сразу ничего не... Хотя нет, может быть, какого-нибудь юнита поставить бы. А здесь выхода в море нет, да, столица? Плохо. Плохо. И бонусов лютых тут нету. Хотя 3 брони. В принципе, если не элитного набирать, то нормально будет. Поэтому можно кого-нибудь не элитного попробовать даже и нанять. Тебя, например. У тебя будет 7 брони аж.
Ладно, давайте произведу. Все-таки нужны мне здесь бойцы. Так. А вот тут я бы даже одного сборщика бы нанял. Даже вот так я бы сделал. А, не совсем хорошо сделал. Ну ладно, можно как-нибудь его модернизировать сейчас? Как минимум, чтобы дальше стрелял. Что, критовал? Ориентир, да. Чтобы он мне вот здесь вот на море помог разобраться. Так, аномалия. Восстанавливающий биорезонанс. Обилие растительности грозит свести на нет наши попытки провести в области раскопки. Что-то стимулирует силу растений. Здесь все слишком плотно и мощное. Мы не видели ничего подобного в других регионах. Биосканеры показали наличие активности глубоко под мертвой растительностью. Судя по всему, там спрятан комплекс Звездного Союза. Нам нужно придумать, как быстро расчистить заросли. Можно и сжечь. Можно сжечь. Можно прорубить. Нет, вот надо прометанскими методами. Вот ждем, но гарантированно все сжигаем. Нас все предупреждают. Так, вы, ребята, сюда шли, хоть с амазонкой война и закончилась, но знаете, это дело такое временное. Вот тут, да, можно сходить вот этих позащищать, ребят. 153, 355. Тебе и ага. Вылетаем. Это автобой, естественно. Надеюсь, без потерь. Замечательно. И сколько у вас тут сил? 1800, 2200. Ну, 4000 силы, конечно. Просто мое почтение. У нас чуть побольше. У нас плюс еще операции тактические будут. Мы, конечно, справимся, но... Но... Либо телепорт поставить. Вот что я думаю. Очень бы неплохо здесь смотрелся телепорт. Вот именно в этом регионе. Может, конечно, здесь что-нибудь снести, но... Пациент. Ну, пациент, что непонятно, когда там 12 жителей получит. Нотарикс. Ай-яй-яй. Тоже надо было здесь вручную настроить. А, вот эти 60 вершин, наверное, надо снести. Тут поставить как раз телепорт. То, что забираешь там. Вот так вот сделаем. А, так, вы пока... Ждите пока. С этой стороны, конечно, могут в бацинет влететь. Я надеюсь, что этого не произойдет. Ты, дружище, давай сюда. Ты ожидай. Этих ребят, конечно, ты в одиночку вряд ли развалишь. Так сказать, у тебя вообще на это шансов нет. Поэтому просто жди. Знаете, еще, может быть, даже не так жди. Может быть, даже вот так вот жди. Чтобы никто не прилетал к нам ниоткуда. Так, Гирион. Гирион, Гирион, Гирион. А что мне сейчас здесь нужно? Даже не знаю. Давайте электротурели поставлю. Да, лучше обороняются. Ну да, супероружие сегодня по-любому запустим. Добыча шаю. Супероружие запустим. Клавдия второго уровня достигла. Супероружие, ничего себе. Вот тогда, вот тогда. А, очищение планеты. Да не факт, что еще начнем. А чего уж запустить, что надо будет? 50 очков. Блин, 50 очков. 50 очков. Да откуда столько? Где я тебе столько очков возьму? Дружище, дружище. Очень много.
Это еще целых 5 ходов ждать, пока оно у нас запустится. Ох-ох-ох. Ну ладно, тогда сегодня, возможно, еще и не запустим. Ну, значит, здесь пока позачищаем. В нашем мегарегионе наберем войск прометанских четеньких. Можно еще он стиль императора запустить, чтобы у наших роботов и машин еще было больше здоровья и брони. Ну, это после того, как построим. Мефилос, ты, конечно, вообще не прав, что здесь полез на брата конструкта. Там ерунда какая-то с твоей стороны. Лучевая винтовка. Интересная. Смотрится неплохо. Тоже интересно. В бродягу превратился, дружище. Азер что-то предлагает. Дай кто что-то предлагает. Так, подождите, а вот с Амазонкой замирился, а она ни с кем из моих... Воюет? Я в том плане, что сейчас опять кто-нибудь меня может позвать на войну с ней. Тут, конечно, не очень хорошо. Азер он что-то предложил. Уж не на войну ли он меня позвал против моего союзника? Это будет не очень хорошо. Прям вообще нехорошо это будет. Хитрые какие собаки. Хотя нет, не догадались телепортом воспользоваться. Так, Ц кто? Чё хочет? Перемирие хочет. Я пока соглашусь. Азер, чё хочет? Ты совсем что ли? Очищение планеты. Супер. Готово. Может, конечно, на технологию будущего. Так, а чё у нас? Каскад зажигательных бомб. Ну, тоже интересно, на самом деле. Это. Бабахалка. Давайте я технологию будущего разок исследую хотя бы. Они мало чего хотят уничтожить. Этих ребят хотят, но... Это хоть как-то реалистично сделать. Достигнуто максимальное количество колонистов в Дренкоре. Значит, давайте вручную. Так, так. Так. А никто ничего не добывает. Значит... Вот как-нибудь вот так сделаем. Делим. Совершенное оружие. Есть. Доктрину. Или императора бахнуть. Или протокол уничтожения. Или супероружие. Ну, 4 хода. Надо еще станцию достроить. Ну ладно, получается, на следующий ход достраиваем. И... запускаем. Протокол очищения, да, больше урона будем наносить. А с другой стороны, протоколы защиты. 2 брони, еще защита от операций будет. Тоже неплохо, к слову. Да, давайте я защиту возьму. Так, аномалия требует внимания. Болваны! Повезло нам, что после пожара мы все еще живы остались. Лица исследователей розовые от ожогов, а брови отрастут еще не скоро.
Когда дым рассеялся, мы выяснили, что здесь некогда произошло крупное сражение между вегеталями и ксеногенетами. И этот растительный барьер был создан для того, чтобы сдерживать ксену чуму, а теперь мы его сожгли. Перед нашими глазами возник большой испытательный комплекс, и из каждого его угла на вас взирали жадные глаза ксеногенетов. Их интересовало только одно – путь на волю, от которого отделяли только мы. Они приготовились напасть, как выяснилось, Звездный Союз намеревался уничтожить всю область, но вегетали обезвредили взрывчатку и заперли заразу в клетке из корней. Уничтожить? Да нет, уничтожить ксеногенетов. Там, я думаю, что... Вот так, а почему нельзя вступить в бой? Вот, очень слабый отряд. Да, это авто... Супер. Ксеногенеты были побеждены, этот комплекс не разочаровал нас. Мы обнаружили никогда прежде не виданные оборонные системы вегеталий. Ослабляющий револьвер неплохой. Кучу знаний и энергии. Принять награду. Так, к Идранкору можно присоединить еще одну область. А только какую? Эти можно угольные горы прицепить. Можно вот эту, да, давайте пески. Нормально, здесь, в принципе, пси-святыня будет. Кошмаров, понятно. На самом деле не очень. Энки-то у меня, хотя ускориться можно. Да, давайте, наверное, ускорить, чтобы не заморачиваться. 970 сил, это все на автобитвах теперь. Перку отношения нейтралитет. Так, здесь у нас танк достроился. Танк достроился. Но нужно еще кого-нибудь строить, получается. Нужно еще. Ну, тут, к слову, Феникс вот 7. А в нашем топовом домике сколько он будет? Я имею в виду брони. Феникс 11 брони, 4 единицы брони дополнительных. Обалдеть. Но зато защитный танк 6 брони, а здесь... Здесь я не могу защитный танк строить, но окей. Мусорщик 3 брони. Мусорщик 5 брони. То есть простых ребят, конечно, выгоднее здесь получается покупать. Снайпер 4 брони. Но тут опять же таки нету. Разрушитель 11 брони. А здесь разрушитель 7 брони. Ну, понятно. Ну, повторюсь, простых ребят, значит, выгоднее здесь покупать. Столица. Разрядник. Ровно 31 космит требует. Давайте произведем. Еще произведем. Объявляет осуждение. Договоры. Победы Мефилос. Они что-то объявляют. Секто. Так, здесь чего? Еще одну стенку ставим. Здесь. Гражданская. Давайте улучшенную военную гильдию здесь поставлю. Хотя. Трон хаоса. Ладно, пускай будет. Здесь стенки достроились. Можно телепорт наш прокачать. Можно науку прокачать. От усиления космита. Не, давайте сначала телепорт. Турели, сбрасывается капсула. Здесь к приросту. Не, давайте вот стены турели. Ну и вот это орбитальной поддержки тоже сюда же. Так, вы. Так, а вы чего идти не хотите? Еще багульну какую-то словил или что, из-за того, что у меня арч там нормально раскопать не мог.
Да, слушайте, я, кажется, багульную словил. Из-за того, что у Арч там куча боев начала стакаться. Ну-ка, отпустила? Да не отпустила, эй. Это плохо, что я пошевелиться не могу. Да, я действительно могу пошевелиться. Так. Сейчас могу шевелиться? Я смогу. Подождите, а если опять сюда вернуться? Не хочется переигрывать все это заново. Может, просто ход пропустить? Да, ведь просто ходов нет. Надеюсь, никто ничего в плохое место не сходит. Или все просто зависло у меня? Да, мне кажется, все просто зависло. Черт. О, нет, 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 подожди. А, не то загружаю, что все. Игра зависла, и я завис, понятно. Не тот сейф-то загрузил. Надо автосохранение грузить. Давайте автосейв. Я вообще сейчас думаю, может быть, этих ребят даже не трогать. В том плане, если на меня кто-то будет влетать, они даже какую-то помощь могут оказать. Они же чисто теоретически будут нападать не только на меня, но и на ребят, которые на меня здесь попытаются покуситься. Так, управление, интерфейс мира. Наблюдать только за врагами. Давайте вот так пока поставлю. Просто на свой страх и риск. На свой страх и риск. Потом включим. Если, конечно, не забуду. А хотя нам все равно будут напоминать, что кто-то вторгся. Очень долго ждать. Очень долго ждать, пока все здесь походят, за всеми смотреть. Ну его нафиг, честно сказать, давайте поскипаем. Тем более этот ход мы все равно с вами видели. Атарикс. Ну что ж, ребят, придется еще один раз этот ход прожить. О, торговый караван. Производство энергии знаний будет расходоваться 50% прироста вместо обычных 25%. Обалдеть. Плохо. Так, Азер. Азер отклонить. Здесь. Технологию будущего взять. Они малые. Другое задание сразу дали. Черт возьми. Ладно, давайте попробуем сделать. Аномалия требует внимания. Принять награду. Уничтожить ксеногенет. Вступить в бой. Автоматический режим битвы. Лично. Бомбу цементирующую дали. Принять награду. Супер. Так, здесь можем присоединить другую область. Вот это присоединяем. Максимальное количество колонистов достигнуто. Значит, делаем вот так. Оп-оп-оп-оп. Так, условия победы совершенно оружие. Энергия, энергия. Здесь Нотарикс. Улучшенную военную инфраструктуру ставим. Битвы, битвы. Убивают друг друга.
Куда-то там кто-то вторгся, я, к сожалению, не посмотрел, кто и куда вторгся. Здесь я хочу выкупить. Они сюда даже и не пошли. Уже рядом с укреплением греха, по-моему, тут стоял, нет? Ну ладно. Блин, а здесь вот вылупился еще один отряд. Надо ждать, получается, пока он куда-нибудь уйдет. А, кстати, не факт, что он вылупился. Возможно, он... мимо проплывающий. Может, тебе еще что-нибудь повесить? Вот огненный луч, например. Цветное зрение. Давай, цветное зрение. Будешь задувать. Причем я, наверное, даже вот сюда подплыву. Может, вот этих вот доходяг здесь хлопнем на следующий ход. Вместе с таким корабликом. Так, здесь что? Убивать, не убивать их? Ну, на самом деле, интересный вопрос. А, тут... это все берем. Центр военных инноваций и лаборатория. Нюхаус тоже возьмем. Слушайте, а вот это, кстати, неплохая тоже тема. Разрыв реальности, накладочный пораженный врага, случайно отрицательный эффект. Эх, это бы все в одном городе собрать. Вот это была бы имбище, конечно. Так, это наши союзные собачки. Бацинет к нам присоединился. Стенки я даже выкуплю сразу. Так сделаем. Вот здесь же я хотел. Давайте мы депонтируем этот комплекс сельскохозяйственный. Поставлю я здесь телепорт. А что по времени? Ну давайте, может быть, вот этих ребят зачистим. Деньги, хотя не очень много денег, конечно, есть. Ладно. Давайте, так сказать, тряхнем стариной, покажем, что мы на что-то способны. Что мы не боимся этих космических медуз. А то еще подумайте, что я с ними сражаться боюсь. Не, ну боюсь, конечно, но не так, чтобы прям совсем. Окей, теперь давайте вспоминать, что они там умеют. Они такие сильные, эти заразы, такие сильные. Прям мега сильные. Можно, конечно, ведь вот так вот сразу влететь. Пытаться это все дело задуть. Но причем задуть, подождите. Еще бы вдамажить туда, чтобы задуть. Делаем установку связи. Блин, далековато что-то, мне кажется, как я погорячился, получается. Так, у тебя в упор какая? А, дистанция 3, не хватит. Не хватит такой дистанции. Ладно, сюда тогда вот так бахаем. Да и второго можно также. Ему будет очень сложно попасть. Из-за того, что он под скрытностью. А боеготовность у него будет, мам, не горюй. Вот как сейчас нам лучше? Вот так вот по пятерым задуть или вокруг себя задуть по четверым? Наверное, вот так пока задую. Хотя, наверное, лучше вокруг себя. Потому что на следующий ход они все разбегутся, а в направлении все равно я смогу ударить. Так. Давай сюда. Щиты распада.
Здесь как-нибудь вот так вот сделаем. Ну и очень сильно надеемся, что Алюна выживет. Так, снайперы что говорят? Говорят, что не достают. Ладно, значит, на боеготовности пока постоим. Так, ты мне давай... Нет, не ремонт, смертника. Пахай. Смертник побежал. Так, 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 поле очищения. Давай дрона высадим. Вон тоже на себя внимание отвлекал. Аньку шарашим. Вот там убили. Алюна, живи. Черт. Нормально она, конечно, там раздала. Стоит отдать должное. Подожди, а ты вот воскрешаешь только робота или машины тоже? Киборг или машину? А давайте отправим туда, получается, туда. Так, игра, отпусти меня, пожалуйста. Спасибо. Просто все на спасение Алюны. А я не знаю, даже можно будет ее спасти или нет таким макаром. Цель недосягаемости. Ну, видимо, можно. Так, ну здесь, значит, всех надо добивать. Чтобы они особо не мешались. Так, Алюна, ты там главный, живи. Главный, живи. Главное, живи, главное, сам не помри. Будет немножко обидно. Так, ремонтник поближе подойти. Так, вы, ребят, главное то, что не умирайте. А то если вы помрете, то и Алюна помрет. Я тебя выжил. Готов? Давай сюда. Сжигай. Сброс плазму бомбы. Хаотичность физическим уроном бахает. Это интересно. Так, ремонтника убили. Ай, не тот, не тот, подожди. Готов. Так можно тебя воскресить или нет? Скажите, что можно. Походу нельзя. Яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. На тебе за это. Сагрессивничал, что ж типа поделать.
Придется воскрешать, конечно, Алиуну, но ничего страшного. Ты опять чем шевелиться не можешь. Дебов какой-то, а, паралич. Паралич. Слушайте, вы, наверное, не подходите ближе. Классная там. Умер. Умер. Вот это здесь. Так, контролем, говорят. Так. Ты дотянешься? Дотянешься. Спасибо. Принять награду. Так, и нам что, воскрешение надо запускать? Оно у нас скачано, воскрешение это, кстати говоря. Да ладно, ну... А, нет, есть. Есть возрождение героя. Ну, значит... Воскресим. Так, вы пока ожидаете, вы... Тунчес. Иди сюда, кстати, на передовую. Ну, давайте, может, еще один ход. Ну да, сейчас нужно героя сначала воскресить, потом супероружие запускать. И факт, что нам с возрождения героя сразу будет доступным. Так, еще у нас одна доктрина свободная. Ой, сколько всего. Кстати, благословение, плащ императора надо убирать и брать что-нибудь другое. Может, того же императора взять, плюс 200 морали. Вполне себе неплохо. А, так я не запустил, я же загрузился, я протоколы защиты Феникса не запустил. Ну, ребят, я считаю, это не по моей вине, назовем это так. Игра зависла, и я из-за этого пострадал. Станцию наблюдения уничтожили. Вторжение, я почему не понимаю, почему дворы. Не понимаю, почему дворы не хотят захватывать трон хаоса. Трон кошмаров, точнее. Что такое? Самоубийцы. Получение все-таки уже такое мне. Мое почтение, как говорится. Плюс знания, плюс космит, операции. Операции готовые. Протокол возрождения запустить. Сейчас. Игра. Ох, ты меня что-то сегодня пугаешь, игра. Не надо так. Нотариус. А, говорит, и ха на тебе. Ну, давай, Феникс, опять одевай своего. Мы тебе его отремонтировали. Отремонтировали, починили. Сразу товарищ хочет прикрепить эту область к себе. Спасибо, говорит, что освободил. И я теперь, говорит, ее занимаю. Ну, занимаешь и занимаешь. Так, активность операции. Две доктрины у нас теперь свободных. Ну, ёшкин. Так, две доктрины свободных. И можем мы запускать... Сразу. Ага. Видимо, из-за того, что мы построили три станции супероружия.
Так, ладно. А, так, здесь столица. Максимальное количество колонистов. Можем новую область присоединить к себе. Только интересных областей вообще нет. Бестолковые. Давай вот эту присоединим. И берем. Минус 4. Ну слушай, минус уж не надо. Давай тогда так сделаем. Так, где все построено, продвинутую инфраструктуру ставим. Телепортация прокачана, все прокачано. Значит, деньги зарабатывайте. Достроили в нашем мегарегионе. Можем, получается, еще производство усилить, хотя здесь оно не особо и, ну как, опять же таки, не особо нужно, нужно. А нет, не нужно. Здесь так максимальный уровень производства, поэтому давай, раз уж регион такой у нас ударный. А что значит регион ударный? Давайте юнитов производить. В чем-то я. Можно вот себе мега-похитителя построить. Конечно, космита на него не хватит, вот на максимально прокачанного. Бог с ним. Да, хочу крутого похитителя. Сектор присоединен, сектор что-то там отправил. Плевать, трон кошмаров вторглись, грида вторглись, все плевать. Орлова осуждает, битвы проходят. Здесь строимся, я даже вот так вот выкуплю. Слушайте, может, а телепорт бахнуть? Закрытые пески. Здесь ведь рядом нигде нет телепорт. А, нет, вот есть пески попрошаек. Окей, зато, значит, телепорт здесь не особо нужен. Но, с другой стороны, что значит не особо нужен? Наше задание на телепорты. Еще две области с телепортацией надо построить. Так, пока не забыл. А, я и здесь. А, нет, подождите, разрушил. Нормально. Нормально, тогда 60 вершин станцию телепортации, причем в первую очередь. Да я и здесь телепорт поставлю. Ну, по-хорошему, мне здесь уже особо эти регионы не нужны, то есть особой роли не сыграет, а задание имперское выполним. Поэтому нормально. Так, ты, дружище, давай иду сюда. Здесь... Так вот объединяемся и вот эту дрянь топим. Без потерь. Спасибо. 165 производства. Интересно, куда оно потратилось. Дальше сюда идем. Ой-ой. Вот это может быть неприятно. Потому что не все доплыли. В этого феникса давайте хоть самовосстановление воткнем. Да, чтобы хилился, дружище. Так, вы ожидаете. Ну что, надо тогда запускать. Надо тогда запускать. У меня еще две доктрины свободных. Здесь что еще можем сделать? Плюс космит себе еще можем сделать. Плюс космит штука полезная. Да ладно, что я заморачиваю. Все, распыление горючего газа. Поехали. А, это колония, это не то. Это твою дивизию. Это же очищение планеты. Это не та операция. Ой. Так, ладно, собрались. Отменить. У меня денег все равно не хватит. Энергия вернется в полном объеме. Сколько там было? 422. У меня все равно не хватает. А я и думаю, что-то как подешевело. Потому что операция-то не там. Да, ребята. Да. Так, ладно. Тогда знаете, что сделаем? Давайте поторгуем. Переговоры. Мне нужна сотня. Сотня.
Не хочет он и всякую ерунду меня забирать. Это, кстати, правильно. Мефилос. Блин, Мефилос. Ладно, получается тогда... Получается, тогда я зря операцию отменил. Не, ничего не зря. Давайте хоть доктрину какую-нибудь запустим. Какую-нибудь доктрину. По стилю архитектора бахнем. Чтоб покрепче мои ребята были. Новые. Да. И еще одну доктрину зарядим, получается. Поддержка населения, конвейер жизни. Давайте протокол защиты Феникса хочу. Так, вы, ребята, до сюда вот на самом деле идите. Вы дежурьте здесь, чтобы строить нечего. Ну, знания, значит, производить. Бонус сейчас хороший для знаний. Ладно, тогда получается еще один ход. Сам себя я здесь обманул. Сейчас ополчение улучшится. Тут можно будет выкупить, тоже ополчение улучшится. Ну да, тем более залипал я здесь с этим, с багом, что у меня никто не перемещался. Поэтому можно чуть-чуть подольше поиграть. Двар так и не хочет трон кошмаров забирать. Не знаю, боится, видимо, кошмаров. Раз не заходит. Торгается, но не заходит. Есть через два хода супер юнит будет. Аж два телепорта с двух сторон. Ну, повторюсь, зато задание выполним. Водопад Фата. Индивелые поля. Так, ну мне сейчас-то хватит на мою супер бахалку. Четыре хода будет заряжаться. Вот что не очень хорошо. Цек кто что-то предлагает. Мало, конечно, очков стратегических операций. Что поделать. Так, принята доктрина. Плюс две брони. Здесь. Продвинутая произвести. Стенки произвести, то есть пушки. Здесь уже пушки произвелись. Решаем существующие области. База присоединена к столице, кстати. Столица. Здесь. На энергию. Ну, получается, на энергию. Технический комплекс. Так, кто перемирие? Да бог с тобой, давай. О, нормально. С кем? Роксани. Ой, не-не, подожди, не отклонись. Решить позже. Я маленько потерплю. Не потерплю, точнее, потяну немножко. Так, Тунчес, ты давай сюда. Ой-ой-ой-ой. Здесь товарищи какими-то уже прям не совсем красивыми отрядами плавают. Я думаю, что автобитва справится. Да. Задание. А, это автоматический стимулятор. Я думал, меня обманули. Нет, мне они же отдельно потом еще награду дадут. Так что это, когда уровень здоровья падает до 66 или ниже, отряд игнорирует штрафы морали, а его точность увеличивается на 30% на выхода. Мы все дело продаем, а это принимаем. Да, это мы принимаем. Это, я думаю, даже выдадим мы Мария. Хотя не факт, что Мария. Ну, я просто пока не понимаю, на каком фланге у нас основная драка будет. Поэтому, возможно, пускай даже загашники это все дело у нас полежит. Здесь пока отдыхаем, отдыхаем. Наверное, тоже пока отдыхаем.
Не вижу пока смысла вообще никуда рыпаться. Так, доктрины. Доктрины у нас все полностью забиты, но мне благословение плащу император теперь не нужно. Ну, бог с ним, потом, наверное, его сделаем. В смысле, потом уберем. Сейчас очищение планеты запускаем. 4 хода очищение начнется. Эти ребят пускай здесь плавают, теперь мы подождем. Точнее, не подождем, уже пофигу на них. Морскую область они взять уже здесь не могут у нас. Здесь куча сборщиков, вон штормоходов. Отобьются. Сейчас у нас еще похититель появится. Что тоже не может не радовать. Я его, наверное, даже вот в эти отряды отправлю. Как-нибудь здесь перегруппируемся. Ну, того же вот робокопа можно убрать. Здесь вот еще можно перегруппироваться. У нас же Арчи классно командует прометанцами. Ему, соответственно, этих прометанцев и надо выдать. Да, только у меня здесь их нет совершенно. Так, и тут, кстати, чисто теоретическая проблема возникает. Потому что сейчас у нас будет война с Роксани. Хотя что значит война с Роксани здесь? Полноценно в 3 стека у меня будет. Причем один стек вообще сумасшедший по силе. Так, а у тебя какой, говоришь? Вот оно, Великое Солнце. 200 морали и минус 50 к стоимости содержания. То есть сюда самых крутых можно. Прометеанцев. Фениксов надо, получается. Так, дополнительный этап задачи завершен. Телепорты набрали. Гирион. Максимальное количество колонистов. Не знаю, давайте вот это посоединим, что ли. Дополнительные задачи выполнены. И, кстати, у нас... Да, у нас 700 имперского влияния. Можем еще парагонов набрать. Раз уж на то пошло. Ну ладно, это если совсем... ладно, мир тоже подпишу. Требования анималов отклонить. Призыв. Еще один ход, да, ты мне можешь дать подумать? Да. Когда решить позже. Секто... Тоже решить позже. Это немалыми ухудшилось, но они какие-то неадекватные здесь предложения кидают. Так, я хочу гражданскую, улучшенную военную, продвинутую инфраструктуру бахнуть. Нейтралитет, нейтралитет. Достроился у нас вот этот товарищ. Во. Сразу сюда отправляем. Да и фениксов каких-нибудь теперь надо там бахать. Опять я потерял. Вот он, Сикс. Кук феникс стоит. Можно, кстати, сразу с ракетницы его взять. А почему нет? Давайте сразу с ракетницы и возьмем. Так, Арч. Давай сюда куда-нибудь. И тут перегруппируем сейчас. Соберем два мощнейших отряда. Ну и мощнейших таких нормальных отряда. И один отряд у нас еще на подхвате здесь будет. Ты, наверное, сразу идешь сюда. Ты. Даже вот так вот можно сейчас сделать. Так вот. А видите, денежек стало больше, потому что скидка теперь на защитный танк. Великое Солнце, плюс 200 морали. Нормально. Здесь что? А здесь вот тоже интересный вопрос, что? Ладно, тут высаживаемся, тут... Ну, типа высаживаемся пока. Репортацию достроили. Здесь опять же таки вот эти все усиления ставим. Думаю, что здесь гражданскую и... Вот так вот мы все это сделаем. Куча всякой радости. Здесь вторгаются.
Что там? 486. Ну, пускай вторгаются. Здесь пока ждем. Через 3 хода. Ну, еще и 10 ходов потом держаться надо будет. Продержимся, куда деваться. Ну да, собственно говоря, сейчас такой этап игры промежуточный. Не совсем интересный. Интересно начнется, когда запустим вот это супероружие, и противник начнет нас душить. Вот тогда начнется интересное. Хотя душить, ну, по большому счету, душить-то нас могут только с одного фланга. Это вот, ну как душить? Попытаться начать душить, это вот амазонки. Все. Двары вот этим своим... А где он у них? А двары что, по голове получили? А, или вот они уплыли? Да, двары уплыли просто. Ну, двары вот как-то могут попытаться приплыть, но проблема в том, что у меня вот эти все станции, они вот в центре континента, и до них вообще никак не добраться, вот, ну вообще никак. Просто вот никак. Телепорты все тоже только в рамках континента. Напрямую идти, но это идти через моих союзников, я не думаю, что они спокойно дадут пройти через свои территории. Всяко как-то воспротивится. Поэтому нормально. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай без потерь. Спасибо. Потери — это хорошо. Да, принять награду. Готов. Товарищ, 16 брони. 16 брони. Есть курить. Просто как это убивать, а? Как это убивать? Я не знаю, как это убивать. Это просто что-то страшное, честно. Что-то невообразимое, страшное. Слушайте, тут казарму бы поставить. Как-то одних фениксов тут строю. Ладно, давайте вот так, причем даже выкуплем. Можно себе еще защитный танк поставить. У него 7, правда, брони всего. Ну, 7, еще плюс 2 там будет брони. За счет нашего перка. И давайте еще одного дротика. А, киборги и машины. О, металл и щитов. Все ваши отряды машины и киборги получают плюс один щит. А я и смотрю, откуда у моего феникса щит взялся. Обработка космита. Это тоже круто. Космит обрабатывать — это здорово. Хотим космит воровать начать. Давайте так сделаем. Военная технология. А, релятивистские патроны. Ну, я не могу уже. Кто-то да тоже принять. Минус 100, минус 100. Против кого зовешь? Кивиан, да принять. Им, правда, всем мир на объявлял, а потом напал. Что поделать? Они знали, как говорится, значит, что шли. Я, в принципе, тоже знал, на что шел. Такой здесь отряд у нас получается пока что. Ну, давайте еще парочку сюда добавим. Так, а с амазонкой я уже воюю, да? Да, с амазонкой я уже воюю. Повторюсь, армия-то здесь у них уже как-то не особо... А, да конечно, я хочу вместе с кораблем высадиться, это я здорово придумал. Давайте уж лагерь зачищу, раз мимо прохожу. Принять. Наполняем всякой мелочевкой отряды. Да, так, корабль. Слушай, а тебе опасно на самом деле одному ходить. Блин. Надо как-нибудь в обход в итоге проплыть.
Гирион, давайте, наверное, выкуплю. И так, хотя бы штормоход еще куплю. Причем вот так, 3 штормохода куплю. Чтобы помочь нашему основному кораблику. Так, здесь что? Здесь пока жди. Здесь пока жди, здесь пока жди. Необработанная область Гирион. Так, ну, во-первых, так. Во-вторых, вот так. Суждения, комплименты делают. Товарищи вторглись. Сообщение, сообщение. Радость, радость, радость. Тут достроили, с анималами улучшились. Нейтральными мы стали, потому что войны всем наобъявляли. Недоверие, недоверие. Ну, что поделать. Что поделать, что поделать. Так, через 2 хода. Ладно, ребят, давайте, наверное, на этом моменте мы с вами и закончим. Следующая серия дотикает у нас наше супероружие. Если не забуду, уберу я здесь благословение Пылающего Императора. Можно взять, кстати, эту доктрину тоже на атаку. Протокол уничтожения, чтобы еще и урон у нас было больше. Не только миллиарды брони, но еще и миллиард урона. Ну, согласитесь, 16 брони. Я вообще не помню, чтобы у меня... до таких значений юниты разгонялись. Вот в таких вот в прохождениях, так скажем. Потому что, ну, это прям что-то совсем много. Плюс повышенная мораль, плюс еще что-то на него можно повесить. То есть урон ему еще можно раскачать, броню ему еще можно раскачать. На самом деле очень круто. Тут уже маску связи с землей можно повесить. Здоровье больше станет. Плюс будет путами опутывать тех, кому огненный урон наносит. Ну просто из бонусов. Так, ну здесь снайпер, это плюс 10 к точности. Это еще плюс 10 к точности. То есть герой броню не бафает. Так, а ты что бафаешь? А, ты тоже, ты урон бафаешь. Подожди, а ты что бафаешь? Вот, можно еще отдать ей, и она еще плюс одну броню будет давать. Ну, вообще, песня. Ну, так вот, я хотел посмотреть. Ну, и, кстати, воевать он против псиоников каких-нибудь, им вообще плевать на броню. Это, естественно, не очень хорошо. Так, качественная сборка. Плюс 2 брони. Неплохо. Нацеленный взлом. Ну, понятно, очищающее напряжение. Этот отряд использует технологию опорного пункта примтанс, повышающего урона 10%. Протокол защиты плюс 2 брони. Теплоотводящие панели. Тронхаусы. Тяжелая броня. Ой, караул какой. Ой, просто караул. Оп, повторюсь, против псионического урона, конечно, все разлетаться будет. Ну да ладно. Ну вот, плюс 2 для элитных юнитов. Плюс 3 брони дали за фабрику крупносерийного производства. 5 брони. И за стиль архитектора плюс 6 брони. За фабрику крупносерийного производства еще плюс 10 урона получили здесь прометанцы. Ну, на самом деле вообще здорово. Да, танк тоже. Ну, по факту у танка будет 9 брони. Еще 2 брони накинется за доктрину. Но тоже неплохо. Ну, тут еще вот эти. Получается, танк, он же не элитный. Поэтому вот эти 2 брони он не получает. Он получит только вот за стиль архитектора и за фабрику крупносерийного производства 3 брони. Эти 2 брони, как говорится, пройдут мимо него. Так бы у него, если был бы он элитным, у него бы 9 брони было. Ну ладно, ребят. Несмотря на мои какие-то дурацкие ошибки сегодня, мы немножко с места сдвинулись. До очищения планеты осталось 2 хода. Потом еще, правда, 10 ходов держаться, но вполне возможно, что за следующую серию, ну, максимум за 2 серии, мы планету все-таки захватим. И то, что должно было случиться примерно год назад, все-таки случится. Ну, а сейчас прощаемся. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Это очень приятно и крайне полезно для развития канала. Еще раз всем большое спасибо и всем пока.